3 часов 30 минут на 4-м километре объездной автодороги города Воткинское водитель автомобиля «Лада Приора», молодой человек 92-го года рождения, совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением мужчины 82-го года рождения. На месте ДТП скончались оба водителя, также пассажир автомобиля «Лада», девушка 93-го года рождения, и пассажир автомобиля BMW неустановленного возраста мужчины. Обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.